Бывает такая ситуация, что вы столкнулись с такой проблемой, iPhone именно завис на яблоке, то есть вы хотели перезагрузить, или он автоматически сам перезагрузился и завис на яблоке. Просто на экране завис и никак не реагирует, или еще какие-то ошибки подобные выдает, система вылетела. То есть такое бывает. То есть телефон практически превратился в кирпич, или вообще превратился в кирпич. Есть одно отличное ПО, которое выйдет с этого режима и полечит даже вашу систему. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Есть отличное ПО от тех же разработчиков, которые предыдущее видео записывал, в принципе. Что хочется сказать, программа очень классная, она исправляет те ошибки, которые я вам сказал. Завис на яблоке, там, на шнурке, на восстановлении, там, в дефолт режиме на iTunes и так далее, не имеет значения. Есть обычная очистка и глубокая очистка, которая помогает нам излечить систему, исправить все ошибки, и устройство полноценно получает как бы работоспособность, как в принципе он был изначально при активации нового iPhone или iPad. Поэтому, чтобы узнать больше об этой программе, смотрите дальше. О чем нам говорит вся эта статистика, информация о данном приложении? То есть это ремонт системы iOS самостоятельно, как профессионал. То есть в один клик мы можем войти в режим восстановления, как это нам нужно, исправление более 150 самых проблемных iOS, таких как логотип Apple, цикл перезагрузки, черный экран без потери данных, понижение версии беты iOS 14 без iTunes и поддержка новых iOS 12 серии и iOS 14 iPod Touch и 14 tvOS. В целом все это. То есть как мы можем понять, что здесь исправляется? То есть обычный iPhone отключен, никак не реагирует логотип Apple, застрял в режиме восстановления, черный экран, замороженный экран, загрузочный контроллер, то есть на аккумуляторе разряженном, белый экран, режим наушников и так далее, все те причины, которые вы здесь можете прекрасно ознакомиться, все будет понятно, доступно. Если же нет, вы всегда можете мне задать вопросы 24/7 с вами, и мы с вами можем обсудить. Смотрите, что у нас умеет ремонт системы iOS. То есть, когда мы зависли на шнурке, на экране, на яблоке и так далее, у нас есть обычная очистка и глубокая очистка. Я предпочитаю в данном случае глубокую очистку. Первым делом нам нужно загрузить нашу прошивочку, выбираем наше место, начинаем, куда это все дело скачается. Ну и по сути сама процедура, то есть пойдет как? Идет скачка у нас новой прошивки. Именно накатывается на данное устройство, то есть программа определяет наше устройство и определяет актуальную версию iOS. Вот, после того, как загрузила, жмем дальше, подтверждаем, нам дают все предупреждения, мы с этим знакомимся. Идет инициализация данных, то есть исправление полноценных ошибок и накатывается новенькая iOS. После этого мы можем активировать устройство и пользоваться. Вот так вот, друзья, ничего сложного нет, все как всегда доступно, понятно. Наглядно я вам демонстрировал по глубокой очистке. Как бы у меня, конечно, такого телефона не было, но я отлично ознакомился с отзывами. Это действительно работает, действительно выводит с таких вот проблем. Зачастую пытаются через iTunes это сделать, это не получается. Сразу вам говорю, а именно это ПО предназначено как раз для таких действий. Полечит ваш iPhone или iPad, ваши iOS устройства. Поэтому, чтобы не пропускать мои новые видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях. Скоро увидимся!